такой вот монстр. Я не знаю, кто это лично. Ну вот он такой вот, вот такая вот пасть. Блин, из чего-то сделано, ну, так вот такое вот шершавое. В общем, ужас. Сам он мягкий такой, да, вот. А вот это вот наклеено, на чем нарисована пасть шершавая, уши у него вот так вот закручены, короче, их можно раскрутить, вот, короче, их можно вот так вот раскручивать, вот так вот. Что собственно вот лапы у него сделаны как странно, только внизу ведь как у утки лапы, честно, как будто низ оторвали от утки, и ему пришили, вот честное слово, непонятно вот ничего. Сзади у него есть хвост. Ну это типа дракон или что-то такое вот. Зад вообще ему как-то вот так вот придумали. Но я просто знаю, что это монстр. Поэтому тут говорить что-нибудь другое я не буду. Потому что это неправда. Вот. Вот. Тут вот такие крылья. Он, в общем, может махать крыльями. Вот. Тут вот такие вот крылья. Вот. Крылья вот такие вот. За вот эту вот штуку, его вешают. Чтобы он висел на стене, вот. Не знаю почему, но сегодня фирменный знак у него видно, вот просто идеально, вот. Или освещение не так сегодня с окна падает, как было, или что, вот. Этого я не могу сказать, к сожалению. Могу сказать, что сегодня ясная погода. Поэтому... Вот. Так, вот. Даже вот тут вот разбирается английские буквы, так как не разбирались на прошлой. На прошлом видео. Поэтому тут я, наверное, не знаю, как получится в следующий раз снимать, но буду стараться снимать так же четко, как это видео. Вот. Вот тут почему-то все желтое. Честно. Почему-то все желтое. Вот. Вот это вот непонятно, как они делали. То есть, если вот эта вот штука отклеится. То, в общем, она отклеится. И будет, в общем, отклеена штука. Потому что она как бы не пришита, ничего. Просто посажена вот тут спереди. Да, клей, честно сказать, такая неправильная игрушка. Я не знаю, для чего ее делали. Я не знаю даже, кто это, если честно. Я его так обозвал монстром. Потому что. Монстр. Это то, на что похоже эта игрушка. Дальше я не могу сказать, что это там какой-нибудь там этот или тот. Потому что таких обозначений у этой игрушки как таковой вот нет. Я еще не показывал сверху ее вот. Тут так вот. Пожалуй, вот сбоку просматривается. Довольно-таки хорошо пошито вот. Сзади вот тут все пришито, а вот вперед почему-то посажен на клей. Поэтому вот это вот непонятно. Еще и лапы, которые вот так вот сделаны, обязательно на бок. Обязательно на бок сделаны лапы. Поэтому я не могу, в общем, сказать, что я об этом думаю, потому что мыслей как таковых лично нет. Это настолько мне меня непонятно, что просто не укладывается в голове. Возможно, у кого-то будет понятно что-то. Пишите в комментариях. В комментариях я буду конкретно, конечно,
пытаться понять, что это за животное сделано и как игрушку эту можно использовать. Спасибо всем за то, что смотрели это замечательное видео. Непонятно про кого, но я подпишу это видео название, что это монстр, потому что так будет, наверное, лучше сказать. Потому что я лично не знаю, что сказать можно. Кстати, если звук на видео у меня тихо, я хочу обратить на это внимание, то это не моя вина. Это просто я говорю, в общем, не тихо, я говорю не тихо перед микрофоном. Просто так слышно. Почему-то, я не знаю почему.